Рэпер Мот впервые стал отцом. По словам артиста, прибавление сначала ожидалось только в феврале, но 22 января, спустя несколько дней после своего дня рождения, супруга Мария Мельникова родила ему сына. Напомним, что о беременности парочка сообщила вместе с выходом нового клипа, когда скрывать живот больше не представлялось возможным. Как назвали сына молодая семья, пока не распространяется, и в социальных сетях мальчик появился под кодовым именем Мини Мот.